Привет, герой из Тримаши. Записывал я уже на эту тему ролик, как живут обыватели. Все у них хорошо до сих пор. Машинки по миллиону, около миллиона стоимость. Если какой-то народ сейчас умирает от голода, либо зимой не было отопления. Ну, дофига народу, который нормально себя чувствует. Вот сейчас я показываю вам. За забором, там даже к дому не подойти. Квартиры около 20 миллионов. Так. Это я к тому, что если вы вылезете, беднота, осенью, то вы будете умирать не за свои свободы, а за... вот этих вот богачей с квартирами по 20 миллионов. Ну так, мне кажется, обманут вас. Вот вся идея. Буду еще снимать всяких обывателей сраных, которых нифига не прижало. А они вас зовут, типа, давай, защищай нас. Нет, защищать надо только себя. Всем пока.